Уважаемые подписчики и все те, кто впервые зашел на мой канал, снимаю вторую часть продолжения видео о скидках недели, которая будет продолжаться со 2 по 9 декабря 2020 года. Бренд Колик с 10% скидкой на пищевые добавки, большинство которых на основе экстракта чеснока. Также имеется немаленький выбор пробиотиков, зеленые смеси, пищеварительные ферменты и другие товары. Врач клинической диагностики, диетолог, нутрициолог советует нам рассмотреть молодильный состаренный чеснок с антиоксидантным коктейлем. Формула 105. Об этой же формуле нам рассказывала американский врач интегративной медицины и советовала ее как лучшую добавку у этого бренда. Формула 105. Глутатион, бета-каротин, витамины Е, С, селен и ряд других фитоэкстрактов. Также и наш врач тоже советует эту добавку для рассмотрения и покупки. Следующий совет врача – это экстракт выдержанного чеснока, формула 103. Это иммунная формула с экстрактом чеснока, лечебными грибами, экстрактом оливковых листьев, астрагалов, орегано и мягким витамином С. Скидка 10% плюс 5% по реферальному коду AFY0142, который я пропишу внизу в инфобоксе, будет применена к этому товару со 2 по 9 декабря 2020 года. Следующий бренд недели – это MedHave с 10% скидкой на подсластители, преимущественно органические, главным образом различные виды меда и сиропа агавы, а также кокосовый сахар и аллюлоза. Это новый тренд среди бескалорийных подсластителей. Бонусом является масло авокадо, но не сладкое. Следующий бренд скидок на этой неделе – это Манука Доктор с 10% скидкой на уникальный мед манука из Новой Зеландии с разной степенью полезности или мощности. Представлен как монофлёрный, так и полифлёрный. Есть и с добавками в виде имбиря, лимона и куркумы. Следующий бренд этой недели – это Mommy's Bliss с 10% скидкой на пробиотики, пребиотики, витамин D, мультивитамины, электролиты, гель для десен, средства от простуды, колик и запоров для новорожденных и малышей, а также ряд пренатальных добавок. Следующий бренд скидок недели – это Nature's Way. Это очень большой бренд с 10% скидкой, большой выбор пищевых добавок. Советы нам по поводу этого бренда дает фармацевт. Извините, это совет от рекомендации от доктора. Она рекомендует нам шлемник, препарат для успокоение нервной системы, но для лучшего сна. Но здесь я нашла очень много отзывов против головной боли. Вот, например, один из них. Это вообще чудо, снимает все головные боли, хотя часто и таблетки не помогают. И много аналогичных отзывов. Рейтинг довольно высокий. А вот следующая рекомендация уже нам от фармацевта. Это келп, бурые водоросли, источник природного йода, необходимого для синтеза гормонов щитовидной железы. К
Келп также дополнительный источник натуральных витаминов, микроэлементов и аминокислот. Следующая рекомендация фармацевта – это корень одуванчика. Корень одуванчика – это мягкое желчегонное средство. Для получения выраженного желчегонного эффекта его надо принимать за 15 минут до еды. Корень одуванчика обладает также антимикробным действием в отношении стафилококка ауреус или золотистого стафилококка, а также бациллус цереус. Недавно была выявлена возможность использования одуванчика, исследование есть на PubMed, при остром гепатите, травме легких, коллатеральном раке, раке желудка и язвенном колите за счет уменьшения воспаления и окислительного средства. Понятно, что полного излечения с помощью корня одуванчика не будет, но облегчение он дает. Следующая добавка от этого бренда с 10% скидкой плюс 5% по реферальному коду – это селен 200 микрограммов. Селен является компонентом многих ферментов. Он необходим для производства гормонов щитовидной железы. Участвует в усвоении йода, тестостерона, поддерживает либидо. Без него у мужчин снижается сексуальное влечение, может быть и бесплодие. А также помогает бороться с воспалением и нужен для иммунитета. Он помогает детоксикации организма, связывает его тяжелые металлы и токсины. Норма селена в сутки от 70 до 200 микрограммов в зависимости от пола, возраста и веса. Следующая рекомендация фармацевта 20-летним стажем – это жидкий хлорофилл с ароматом мяты. Здесь 473,2 мл, почти пол-литра. Основное свойство хлорофилла – обладает дезинфицирующим действием, убирает запах изо рта и пота. При запахе изо рта его можно использовать как ополаскиватель. Способствует поддержанию кишечной флоры и здорового пищеварения, стимулирует перистальтику кишечника, уменьшает запоры и уменьшает дискомфорт от газов. Если принимать хлорофилл вместе с высокоуглеводной пищей, то он уменьшает чувство голода, обладает противомикробным действием, а также препятствует разрастанию дрожжей кандида. Может быть использовано так и местное применение хлорофилла, который бывает эффективен при ранах и лечении ран и ожогов. Он снижает местное воспаление, предотвращает рост бактерий, ускоряет заживление. Можно использовать масляный экстракт хлорофилла. Это аптечный препарат хлорофилипт. Хлорофилл способствует предотвращению образования камней в почках, снижает рост кристаллов оксалата кальция. В топонологии хлорофилл можно применять при воспаленных кровоточащих деснах. При артрите хлорофилл оказывает противовоспалительное действие, обладая способностью связывать и вымывать токсичные химические вещества, остатки лекарственных препаратов, пестициды и тяжелые металлы, что способствует детоксикации печени. Следующая рекомендация фармацевта – это готукола. Готукола или центелла азиатская широко используется в аюрведе и китайской медицине. Она улучшает мозговое кровообращение, когнитивные способности, память и внимание, снижает тревожность и улучшает настроение. Применяет ее при нарушении кровообращения в венах и хронической венозной недостаточности. Готукола обладает противовирусным действием средней силы против простого герпеса. Центелла улучшает заживление ран и ожогов как при местном приеме, так и внутрь. Готукола с витамином Е и маслом плодом шиповника способна уменьшать растяжки. Следующая рекомендация фармацевта с 10% недельной скидкой – плюс 5% можно получить по реферальному коду, например, AFY0142, прописанному внизу в инфобоксе, также на комплекс для облегчения протекания менопаузы. Он снижает интенсивность приливов
и прочих симптомов, сопровождающих менопаузу. Следующая рекомендация фармацевта – это леденцы с цинком со вкусом лесных ягод. Можно иметь их про запас на холодное время года. В составе цинк, эхиноцея и витамин С. Помогает поддерживать работу иммунной системы и справляться с простудой. Следующая рекомендация от фармацевта – это кора муравьиного дерева. Данный препарат, данная добавка – это отличный природный растительный антибиотик и иммуномодулятор широкого спектра действия. Кору муравьиного дерева можно использовать при первых симптомах простуды. Она также обладает противовирусным свойством. Бета-лопохон, который содержится в полударко, угнетает ферменты в вирусных клетках, и как результат вирусная клетка перестает самовоспроизводиться и заражать другие клетки. Кора муравьиного дерева активно подавляет, убивает и задерживает рост нескольких опасных вирусов, включая герпес, полиомиелит, везикулярный стоматит и некоторые другие. Она борется с кандидой, уменьшает воспаление в кишечнике, увеличит содержание слизи и способствует заживлению язвы желудка. Следующая рекомендация от фармацевта с 20-летним стажем – это улучшенная формула экстракта гинго с 10% скидкой плюс 5% по реферальному коду. Многие употребляют добавку гинго, чтобы улучшить мозговое кровообращение. Однако она также превосходно улучшает кровоток в кровеносных капиллярах почек и глаз. За счет усиления кровотока эта добавка может усилить эрекцию мужчин и благотворно влиять на женскую сексуальность. Гинго способствует повышению умственной работоспособности, улучшению памяти и внимания, снижению метеочувствительности. Также гинго улучшает снабжение мозга кислородом и глюкозой, нормализует тонус артерий и вен, препятствует агрегации тромбоцитов. Гинго является очень мощным антиоксидантом. Он взят за эталон 100% по концентрации антиоксидантов. Для сравнения, другие растения имеют максимально 70-80%. Нельзя принимать гинго при пониженной свертываемости крови, гастрите и язвенной болезни в стадии обострения. Следующая рекомендация фармацевта – это витамин D3, 5000 единиц. Сейчас его можно приобрести с 10% скидкой плюс еще 5% по промокоду AFY0142, прописанному внизу в венкобоксе. Это самый важный витамин для иммунитета. Кратко напомню, последние научные исследования показывают, что чем выше концентрация витамина D в сыворотке крови, тем ниже риск рака груди и рака толстой кишки. Установлена связь между низким уровнем витамина D и депрессией, а также высоким артериальным давлением. Еще одна рекомендация от фармацевта – это органическая стевия со вкусом ванили. Это одна из лучших альтернатив сахару. Натуральный экстракт стевии – это сахарозаменитель от природы. Стевиозид – экстракт листьев растения стевия – по сладости превосходит сахар в 300 раз. Главным преимуществом является минимальное содержание калорий. Продукты со стевиозидом входят во многие диеты для похудения. Кроме природной сладости, трава обладает противовоспалительными лечебными свойствами, уменьшает содержание сахара в крови, снижает холестерин, повышает обмен веществ и укрепляет иммунитет. Далее у нас идет следующий бренд недели с 10% скидкой. Это бренд ProSubs. Это спортивное питание с типичным набором протеины, в том числе растительные новинки, аминокислоты, предтренировочные комплексы, батончики. И еще один бренд недели со скидкой 10% плюс 5%
Скидки можно получить еще и по промокоду AFY0142. Это ProSubs. Извините, я имела в виду Puri Inspired. Здесь небольшой выбор растительных пищевых добавок различной направленности. Еще растительный протеин с зеленью, зеленый суперфуд, пробиотик, коллаген и костный бульон. А с промокодом IOVATESAVE20 скидка составит 20%. Все промокоды были прописаны мною ранее в предыдущих видео, касающихся скидок недели и скрытых скидок. В инфобоксе прошлых видео вы можете найти эти промокоды. И последний бренд недели – это ROCS с 10% скидкой. Это прекрасно знакомая нам зубная паста российского производства, неожиданно добравшаяся до iHerb. Но цены, к сожалению, сильно завышены, так что ее выгоднее покупать на месте. На этом заканчиваю свое видео. Если оно было интересным, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы увидеть вовремя извещения о выходе новых видео на канале. До свидания, будьте здоровы!